Russian Fashion Show – это грандиозное премиум-событие в сфере моды. Профессиональные показы моделей в европейском стиле. Что для тебя мода? Для меня мода – это стиль. Мода вообще – это вещи, которые просто людям удобные. Для меня мода – это отдельное искусство, когда человек сам выражается. Для меня мода – это красивая одежда. Наряды, прически, макияжи. Мода – это когда ты самый крутой. Ты считаешь себя стильной? Да, я считаю себя стильной. Я думаю, что когда-то я смогу стать даже популярной моделью. Да, всегда. Но это смотря когда смотреть. Иногда мне слишком сложно одеться стильно, и поэтому я надеваю то, что есть. А иногда я слишком сильно заморачиваюсь своим гардеробом и выгляжу чересчур стильно. Да, но по крайней мере стараюсь. Да, я считаю себя стильным и стараюсь всегда быть в тренде. Ты такая красивая. Какого дизайнера ты представляешь? Я представляю дизайнера Шашель. Он мне очень нравится. Я стараюсь следить за модными тенденциями. Какого дизайнера ты сегодня представляешь? Я представляю Левиту Росс. У нее очень красивое платье, они нежные, воздушные. То, что модно, это красиво? Ну да. У всех может быть свое представление об этом, поэтому и все люди разные. Поэтому мода должна быть разной, и для них она будет красивой. Дай пару советов, чтобы быть самым модным в этой весне. Я предлагаю одеть платье оранжево-красного оттенка, например. Также белые туфли классические, как вы видите, лодочки. Носить светлую одежду, улыбаться всегда. Во-первых, надо всегда следить за суперзвездами и одеваться, как они. Ну, мне кажется, что вот этой весной стильным могут стать джинсы широкие и свитер. Нужно красиво одеваться, присматривать хорошие манеры. Классика всегда в моде. We'll be right back.